кто хоть не на, не, на немножечко зеленый. They plan everything. Они все планируют. Everything they have to know everything before they even start. Им нужно даже знать все до того, как они начнут. The blue people, oh, they're so full of action. Синие, они такие активные. They call up their green distributor. Они звонят своим зеленым дистрибьюторам. And the blue leader says this. И синие лидеры говорят им следующее. Just talk to somebody. Ну с кем-нибудь поговори лучше. And the green says, no, can't do it. Нет, зеленый отвечает, нет, я не могу этого сделать. There's three more questions I have to translate into Spanish just in case I meet a Spanish person for my first prospect. Мне нужно еще перевести три предложения на испанский, и вдруг, когда я только приду в вашу компанию, я сначала встречу испанца, и мне придется с ним разговаривать. То есть он еще не вступил в компанию, а он уже думает о таких деталях. They have to be prepared for everything before they even start. Им нужно быть готовыми ко всему, к чему бы они ни приступили. But the good thing is, once they make a decision to join, they're going to stay with you a long time. Но что хорошее в данном цвете, это то, что если вдруг они приняли решение вступить, они вас, наверное, никогда не покинут. Now, green people are not good around people. Зеленым цветотипу не очень комфортно вообще находиться в одном месте с людьми. We're better with books and computers. Им приятнее проводить время за книгами, за компьютером. So yellows are professional huggers. То есть запомните, да, люди желтого цвета, они обожают обниматься. Greens would be the anti-huggers. They hate to hug. Зеленые, как бы это антиобнимающиеся люди, то есть они ненавидят обниматься ни в коем случае. So greens hate to hug. То есть зеленые не любят обниматься, ненавидят. Yellows love to hug. Желтые обожают. How do blues feel about hugging? А как же синие обнимаются, как вы думаете? They say, "Woohoo, sounds like fun." Они скажут, о, это же, наверное, весело обниматься-то. How do reds feel about hugging? А как же красные относятся к обниманиям? How much money would I get for that? А сколько мне заплатят за объятия? So hugging could mean four different things. То есть, смотрите, даже объятия — это уже четыре абсолютно разных действия. What about getting a trophy? Абсолютные, да, разные значения. А как же вот получение приза? Would you like to see how a green person gets a trophy? Хотели бы вы узнать, как человек зеленого цвета получает свой приз? Remember how the yellow person got the trophy? Помните, да, как желтые получают? Плачут. Remember how the blue person got the trophy? Помните, как синие получают? Remember how the red person got the trophy? Помните, как красные получают? Неудачники. And green people? А зеленые? We don't get trophies. Они не получают призов. We never get started in time. Они никогда не могут начать вовремя. If you're talking to green people, just be prepared for a very long presentation. То есть, соответственно, если вам предстоит дело общаться с людьми зеленого цветотипа, вам необходимо подготовиться к очень-очень длинной презентации. How many people know some green people in your life? Как много людей знают зеленых и встречали их когда-либо в своей жизни? Now, I'm a green person. Ну вот я зеленый, да, я не стесняюсь этого говорю. I'm not really good around bunches of people. Я не очень комфортно себя чувствую, когда вокруг очень много людей. But green people can do networking also, right? Но ведь мы тоже можем заниматься сетевым маркетингом, не правда ли? So how would a green person come to our banquet? Как же человек зеленого цветотипа придет на наш с вами банкет? They don't. There's people there. Они не придут, там же люди. They'd rather stay home with books and computers. Они лучше дома посидят, книжку почитают, в компьютере поковыряются. Let me show you why it's important to understand the languages. Давайте вот с вами вспомним, почему же так важно понимать разные языки. I'm at home on my computer. Я дома сижу за компьютером. My red wife walks in the door. Моя красная жена входит. We have a banquet to go to. У нас завтра с тобой банкет. Get dressed, get ready. Одевайся. Do I want to go to the banquet? А зачем я должен пойти на банкет? No. Я не пойду. So fortunately, I know how to speak red. Слава Богу, я знаю, как разговаривать на красном языке. Here's what I say to my red wife. Вот что я ей скажу.
I say, you know, dear. Ой, дорогая, знаешь? That banquet's not very well organized. Этот банкет не очень хорошо организован. Somebody needs to rush over there and take charge. Кто-то должен поторопиться и взять ответственность на себя за этот банкет. Boom, she's gone. Все, она побежала. And I can stay home. А я сижу дома за компьютером. So, how many green people do we have here this afternoon? Так, а ну-ка, зеленые, поднимите свои руки. A lot of them can't raise their hand. They're taking notes on their laptop. Многие не могут поднять руки, потому что у них на коленках, наверное, компьютеры стоят, ноутбуки. So let's learn how to speak green. Давайте же с вами научимся зеленому языку. To a green person that's afraid of people. Зеленому человеку, который боится других людей. Here's how I'm going to invite him to the meeting. Лучше вот что сказать, чтобы пригласить его на встречу. We have a meeting tonight. У нас сегодня вечером будет встреча. Would you please come? Пожалуйста, приходи. I need your opinion. Мне нужно твое мнение. We're going to sit way in the back of the room. Мы сядем с тобой в самом-самом конце зала, чтобы нас никто не видел. Where nobody will bother us. Никто вообще до нас не докоснется, не притронется к нам. Nobody will ask us to buy. Никто нас не попросит что-либо купить. Nobody's going to ask us to sign anything. Никто нас ничто не попросит подписать. And bring a big notebook. И, пожалуйста, возьми с собой большую тетрадь. Because there'll be lots of information. Потому что там будет очень много информации. And hopefully by the end of the meeting. И надеюсь, что в конце встречи we'll have enough information to begin our preliminary research. У нас будет достаточно информации, чтобы вот из вот этих вот маленьких деталей начать уже такое последовательное исследование. And now the green is comfortable. Конечно, зеленый придет. They know they can sit in back and just take notes. Им уютно, если они могут сидеть где-то сзади, что-то тихонечко записывать. They will come to your meeting if you say those words. Они обязательно придут, если вы скажете им данные слова. But if you said those words to a blue personality, но если вы вдруг скажете эти слова человеку синего цветотипа, they would never come. Они никогда в жизни к вам не придут. They're so active and their mind's working so fast. Они же такие активные, их мозг такой активный. They probably finished two or three bottles of beer before you even finished your invite. Они, наверное, уже даже выпьют две бутылки пива до того, как вы им просто договоритесь свое приглашение. Вот это состоящее из нескольких слов. So I want you to pretend that your partner is green. Так что сейчас у нас с вами четвертая часть упражнения. Представьте, что ваш партнер зеленого цвета типа. If you're the partner, just sit there and pretend to be boring. Если вы партнер, то, пожалуйста, сядьте и такое примите скучное выражение лица. And invite your boring green partner in the green language. Так, а вы сейчас пригласите вашего самого скучного партнера на свете на его самом скучном языке. Just say information a lot. Просто говорите слово информация как можно чаще. Okay, let's see how we did. Ага, ну давайте посмотрим, к чему мы пришли. You now know the four personalities. Вы сейчас знаете четыре типа личностей. Let's do a quick check which one you are. Давайте сейчас проверим, какой же тип вы. Would all the yellows raise your hand? Пожалуйста, желтые, поднимите руки. These are people everybody loves. Это люди, которых все любят. Would all the blues raise your hand? Так, синие, пожалуйста, поднимите теперь вы свои руки. If they're sitting next to you, punch them. They're just not listening. Если они сидят рядом с вами, пожалуйста, ущипните их, потому что они, наверное, не слушали. Would all the reds raise your hand? Так, красные, пожалуйста, поднимите руки. And finally, would all the greens? Зеленые, ваша очередь. And with all the people who поднимите руки те, которые еще не определили себя ни к одному из типов. Okay, if you don't know what color you are, если вы не знаете, какого вы цвета, just ask your friends. Спросите ваших друзей, они-то точно знают.
color you are. Совсем не важно, какого вы цвета типа. All the colors are good. Все цвета хороши по-своему. What matters, though, is the color your prospect is. Что же важно, это какого цвета ваши потенциальные дистрибьюторы. Because if you know what color they are, you can talk to them in one of these four special languages. Потому что если вы знаете, какого они цвета, вы можете говорить с ними на их специальном особенном языке. And if you know your prospect is yellow. Если вы знаете, например, что ваш потенциальный дистрибьютор желтого цвета типа. And you say the word help three or four times. И вы говорите слово помощь как минимум три или четыре раза. You're going to be successful. Вы будете успешны. So what we need to do is learn how to find out what color other people are. Так что теперь нам с вами надо научиться, как же определять, к какому типу относится тот или иной человек. Сейчас я вам попробую немножко помочь в этом разобраться. Colors. Какие два цвета, как бы такие вот выпадающие сразу? Сразу ярко видные. Синий и красный. So if somebody's outgoing, they're probably a blue or red. То есть те люди, которые, да, вот любят общество и так далее, они, скорее всего, либо синие, либо красные. А если вот этот человек, он больше говорит, то на каких же два более таких тихих цвета? Желтый и зеленый. And... И вот вы попробуйте определить, как бы человек, если хочет помогать, то, скорее всего, он все-таки желтый. And if they're boring, they're probably green. А если он скучный, то, конечно, он зеленый. So what we're going to do is learn how to pick out somebody's color quickly. То есть мы сейчас с вами попробуем научиться как можно быстрее определять цвет, к какому же относится. Попробуем поговорить с ними на их тайном языке. And they will buy from us. Они у нас сразу что-то купят. They'll join our business. Они придут в наш бизнес. They'll be in agreement with us and feel good about us right away. Они, им будет сразу же комфортно с нами. Они, то есть, как бы сразу станут частью нашей работы. So in a moment I'm going to give you a test. То есть я вот вам сейчас дам маленький тест. To see how quickly you can pick out somebody's color. Чтобы увидеть, как, насколько быстро вы можете определить тот или иной цвет. You will have a partner. А у вас будет партнер. And you'll have a chance to have a little 3-minute conversation with your partner. И у вас будет шанс на 3-минутное общение с вашим партнером. At the end of the conversation I'm going to ask you. В конце вашей коротенькой беседы я спрошу вас. What color do you think your partner was? Какого цвета ваш партнер? Вопрос номер два. Кто из вас понял, что это все-таки легко поговорить даже с незнакомыми вам людьми? У нас с вами есть маленькая проблема в нашем сетевом маркетинге. Мы разговариваем с людьми. Это наша работа разговаривать. And the prospect we talk to may not be professional for talking to people. Но ведь наши потенциальные дистрибьюторы, они, может быть, не владеют своим языком так хорошо, чтобы разговаривать с людьми. Они могут испугаться, знакомиться, разговаривать. They're scared of rejection. Они будут очень сильно бояться отказов. And they say, I don't know how to talk to people. Они вам, может быть, скажут, что я вообще не знаю, как с людьми разговаривать. I can't be as good as you. Я, наверное, у меня не получится быть таким хорошим, как у вас это получается. Well, you can solve that problem for them instantly. Вы можете сиюминутно решить эту проблему для них раз и навсегда. All you have to do is teach them about the four colors. Все, что вам нужно сделать, это научить их нашим с вами 4 цветам. Because when you have a conversation with somebody, потому что когда вы с кем-то разговариваете, and you're trying to figure out in your head what color they are. И вы пытаетесь понять по его речи, по его поведению, к какому же цвету он относится. Because you are interested in them, it's always a comfortable conversation. Это всегда будет очень приятный разговор, потому что он увидит вашу заинтересованность в нем. If you do this, you'll never get rejected again. Если вы покажете свою заинтересованность, вам никогда не придется потерпеть отказов. Now some people are professionals at this. Некоторые люди в этом уже профессионалы. When they sit down with people, they know how to talk to people. Когда они только даже присаживаются уже с кем-то, они сразу знают, на каком языке с ними разговаривать. When I had dinner with Alexei and Margarita. Когда у меня был ужин с Алексеем и Маргаритой. And they invited me to come here and speak. И они вдруг пригласили меня сюда к вам, чтобы быть спикером. They made me feel really good.
Это просто, это было очень замечательное чувство. And I'm green. А я зеленый. So they are professionals and have the ability to make people feel comfortable. Это означает, что даже не зная о данных цветотипах, они профессионалы, они знают, на каком языке и как разговаривать с людьми. Поэтому огромная благодарность Алексею и Маргарите, то, что я сегодня здесь с вами сейчас. Пожалуйста, давайте все им похлопаем. Я не скажу, какого они цвета. But I'll let you figure that out. Я надеюсь, что вы сами это догадаетесь. But all colors make great leaders. Но все цвета могут стать отличными лидерами. Now, before I said this, до того, как я вот это сказал, я вам говорил то, что люди хотят больше денег и больше здоровья. Предлагайте больше денег и больше здоровья. And they say no. А они вам говорят нет в ответ. This is why they say no. Вот почему они вас отвергают. Because we present it to them in the wrong color language. Мы им это все преподносим на тарелочке другого цвета. And when you leave here today, you're going to see this. И вот сегодня, когда вы покинете это помещение, вы это поймете. And you're going to laugh. И вы будете смеяться, когда вы будете видеть настолько неправильное обращение. Let me show you. Вот посмотрите. Imagine I'm a green personality. Ну, представьте, что я зеленый. Это мне сложно представить, потому что я действительно такой. And I'm giving a presentation to a blue personality. И я делаю презентацию для кого-то синего цвета типа. How many people can see how ugly that could be? Вы представьте, насколько это будет вообще уродливо. So here's my presentation to the blue. То есть вот как я зеленого цвета типа представил бы что-то синему цвета типу. Let me tell you the name of the company. Так, начать я хочу с имени компании. What year it started. В каком году она появилась. Let me tell you about the company founder. Я скажу тебе, кто эту компанию What создал. What grades he got in school. Вообще, кто, какие оценки получал президент в школе. Product number one. Я тебе скажу сейчас, какой продукт самый лучший в этой компании. Here's ingredient number one of вот product первый ингредиент самого первого продукта в этой компании. Here's ingredient number two of product вот ингредиент number one. Номер два из продукта номер один. What's the blue person thinking? И что тогда синий подумает? I'll jump off a cliff. Он просто, наверное, прыгнет в пропасть, да, покончит жизнь самоубийством. Just kill me now, I'm dying of boredom. Он просто умрет от скуки. And that blue person will never join. И он никогда в жизни не придет к вам в бизнес. And they don't join not because your company isn't good or the products isn't good, Он не придет не потому, что ваша компания плохая или вы продаете некачественные продукты. They just did not join because we talked to them wrong. Он не придет потому, что вы не так его позвали. But the green doesn't get this. Но зеленый-то этого не поймет. And the green will continue for another hour doing this boring presentation. И он следующие часами будет еще висеть на этом синем человеке, еще что-то ему рассказывать, какие-то детали, какую-то информацию. But what about a blue person? А что же наш синий человек? You're going to see a blue person giving a presentation вот to a green. Вот смотрите, сейчас наоборот, да, поменяемся ролями. Синий цветотип будет приглашать зеленый цветотип. What's that going to sound like? Как это будет звучать? The blue person's going to say this. А синий скажет следующее. It's so exciting. Это так впечатляет. You're going to be around lots of people. Ты будешь, где будет так много народу. And you'll have to talk to them a lot. И тебе нужно будет все время с ними только делать, что разговаривать. And I can't remember the name of the company. Я не помню имени компании. And we're going to go to a convention with 10,000 people. Но мы пойдем зато с тобой на событие, где будет 10-15 тысяч человек. What's the green thinking? А что зеленый подумает? The green is so frightened they will never join. Он так испугается, что он вообще даст Бог, что когда-либо куда-то ступит в своей жизни после этого. So if you're blue, you'll have to learn how to talk green. То есть если вы синий, вы должны. Now I want you to imagine a yellow person giving a presentation to a red. Так, а теперь с вами давайте представим презентацию желтого цвета типа для красного. If you're laughing, you already understand. Если вы смеетесь, значит, вы уже все поняли.
Who are all the yellow people? Так, а ну-ка, желтенькие, поднимите руки. Let me show you why you don't have very many reds in your downline. Знаете, почему у вас не так много красных в ваших организациях? Because here's how yellow people invite reds. Потому что вот так вот вы их приглашаете. Сейчас я вам скажу, как. Would you please come? Ты придешь, пожалуйста? It's a meeting, but not really a meeting. Ну, это встреча, но не совсем встреча. We all sit in a semicircle. We're all equal. Мы все будем сидеть в кругу, ведь мы все равны. And after the cookie-giving ceremony, и сначала будет церемония поедания печенья, нам раздадут всем по печенюшечке. We have a group hug. У нас будут объятия групповые. And then we sing the company song and folk song. Потом мы споем сначала песню компании, гимн Vision, а потом мы с вами попоем русские народные песенки. Is the red ever going to join or come to the meeting? Как вы думаете, красный придет в эту компанию? No. Да ни за что на свете. What are the reds thinking? А что красный подумает? Eliminate these people. Вообще просто удалить этих людей, просто пусть они не существуют. And it doesn't matter how good your company is, the Reds won't join if presented in a different language. И ведь это совсем не важно, что ваша компания действительно очень хорошая, просто вы говорили не на их языке. Я сейчас кое-что сделаю, оно, конечно, будет не очень, но... I want you to imagine a red person talking to a yellow. Пожалуйста, представьте, как красный будет разговаривать с желтым. Here's how that presentation goes. Вот таким образом будет выглядеть презентация наша с вами. First, give me all your money, and then I'll tell you what it's about. Так, а ну-ка, дай мне все свои деньги, а потом я тебе расскажу вообще, о чем эта компания. Желтый плачет. So now we understand why people didn't join. Теперь мы с вами понимаем, почему не все люди, к которым мы когда-либо с вами обращались, члены нашей компании. So talk to people and try to find out what's in their heart. Поэтому, пожалуйста, разговаривайте с людьми, чтобы пытаться определить, что у них лежит на сердце. Now I have some homework for you tomorrow. У меня для вас есть маленькое домашнее задание. I'm going to ask everybody here to do this. Я хочу, чтобы каждый из вас выполнил следующее. Find one person you don't know. Нашел кого-то, кого он еще не знает, достаточно одного человека. And just talk to them. И просто с ним поговорить. To try to find out what color they are. Чтобы попытаться определить, к какому цветотипу он относится. Don't talk to him about the business, don't try to sell him anything. Не говорите с ним о бизнесе, пожалуйста, не пытайтесь ему ничего продать. Just talk to them to see if you can figure out what color they are. Просто поговорите с ним, чтобы попытаться понять, можете ли вы определить вот так вот сразу, к какому цвету он относится. Could you all do that? Вы же все можете это сделать. Now, I know the yellows will do it. Я знаю, что желтые это точно сделают. Oh, I could talk to a person and help them find their true color and happiness in life. Я это сделаю исключительно потому, что если я помогу человеку определить его собственный цвет, он сможет потом найти счастье в своей жизни. I know the blues will do it. Я знаю, что синие это тоже сделают. Woo-hoo, talk to people. Вау, поговорить с людьми. I know the reds will do it. Красные это тоже сделают. I'll talk to them by 6 o'clock in the morning. I'll be first. I'll have mine done right. Я позвоню уже ему сразу в 6 утра какому-нибудь незнакомому человеку. Я выполню все, что я ему все сразу выложу. I'll just tell him what color they are. Я просто скажу ему, какого он цвета. And even the greens will do it for research. И даже зеленые это сделают. Знаете почему? Потому что исследованиям интересно. Now, if you're green, I give you permission to do this. То есть, если вы зеленый, я вам прям даю разрешение на это. If you're green, you don't really have to talk to them. Если вы зеленый, вы даже можете не разговаривать. You can just stand back and stare at them for a little while. Вы можете где-нибудь в сторонке постоять и посмотреть на этого человека. Только but, зеленым разрешением. But could you all do that tomorrow? Можете вы все это сделать завтра? And you would have talked to one person with no rejection. И вот вы увидите, что поговорите с одним человеком безотказно. Could you do it the next day? А вы можете это сделать и послезавтра?
And the next day? И послезавтра. If you did this little 1 minute or 2 minute exercise every day, если бы вы каждый день в этом упражнении, да, вот это вот было для вас, достаточно 1-2 минут в день. How many people would you have talked to in a year? Как вы считаете, за год сколько человек вы смогли бы привести в компанию? You would have met 365 brand new people. Смотрите, поговорили бы вы, да, с 365 новыми людьми. And out of these new people you meet, и вот это вот все новые люди, которых вы, с которыми вы познакомитесь, what do we know about them? Что мы о них знаем? Do they want more health or less health? Хотят ли они больше здоровья или меньше здоровья в своей жизни? More money or less money? Больше денег или меньше денег в своей жизни? Они начать, наконец, получать деньги за тот сетевой маркетинг, которым они все равно занимаются с детства каждый божий день? Out of 365 pre-sold people, то есть из 365 человек, you'll get 10, 15, 20, 30 or 40 brand new distributors. Заметьте, 10, 15, 20, 30, 50, а может быть даже вообще все станут вашими новыми дистрибьюторами. Just because you talk to them in their color language. А знаете почему? Потому что вы будете с ними разговаривать на их языке. А можете ли вы свою организацию научить этим языкам? So if your distributors did the same thing, заметьте, если ваши дистрибьюторы тоже этим займутся, they would sponsor 15 or 20 or 30 new people every year. Они тоже станут спонсорами для 15, 20, 50, сколько бы то ни было новых людей в год. Ask yourself now. А теперь задумайтесь. How many of your distributors sponsor that many people every year? Сколько из ваших дистрибьюторов приводит так много людей каждый год? And all they have to do is just have a pleasant conversation trying to find out what color people are. А для того, чтобы им это наконец начать делать, все, что им нужно, это всего лишь поговорить. Причем поговорить так, что им самим это будет приятно, процесс. Чтобы они поняли, да, вот к какому цвету относится тот или иной человек. But everybody here is probably a leader. Каждый, кто сегодня здесь, сейчас с нами, лидер. And you want to make big money like Alexei and Margarita? И я думаю, что вы хотите зарабатывать столько же, сколько Алексей и Маргарита. So would you like to learn a little bit how to motivate the different colors? Хотите ли вы научиться мотивации, как мотивировать людей разных цветов? Would you like to motivate the yellows on your team? Хотели бы вы научиться мотивации желтого цветотипа? Well, when you say you can earn big money, если вы им скажете, вы будете зарабатывать много денег, the yellows are not excited. Они их это не обрадуют. You say you can win a trip to the convention and travel the world. Если вы им скажете, что если они вступят в ваш бизнес, они смогут выиграть путешествие и посетить все уголки мира, the yellows aren't excited. Их это тоже не мотивирует. They want to stay home with their flowers and stay home with their pets. Они захотят остаться дома с их комнатными растениями, с их животными домашними. So how are we going to motivate the yellows? Поэтому как же мы их с вами замотивируем? Давайте подумаем. Well, let me give you a couple ways. Вот несколько путей. Fundraising. Фонд. You could go to the yellows and say this. Вы можете подойти к вот человеку желтого цвета и сказать ему следующее. Everybody on the team is going to donate half of their commissions to a special fund to help the poor. Все из нашей команды пожертвуют хоть что-то на вот какие бы то ни было нужды. So for the next 3 weeks, we're all going to do this to raise some money for this project. И вот все последующие 3 недели мы будем заниматься только тем, что будем находить деньги для следующего проекта, вот какого бы то ни было. And the yellows will work 10 times harder because it's for other people. И желтые, заметьте, они будут работать в 10 раз больше, чем кто бы то ни было, только для того, чтобы помочь другим людям. Because it's to help some poor pets or some poor people. Or for some good cause, they will work so hard. Вы можете обозначить им что угодно, помочь бездомным животным или помочь бедным детишкам. То есть это может быть что угодно. Главное их заинтересовать в помощи другим людям. Here's another thing you can do for the yellows. Вот еще что вы можете сделать для желтых. In the United States, everybody comes to dinner and brings one food.
В США вот у нас есть такое обычай, то что когда совместные обеды, каждая семья или каждый человек приносит что-то из своего дома, какой-то вот продукт. So all the yellows come with a dish of food. То есть вот все желтые обязательно должны приходить с каким-то приготовленным дома блюдом. They bring their friends. Они приводят с собой еще друзей. They bring a dish of food. Те тоже приносят какой-то еды. And they all sit down and have a meal. И все вот мы садимся вместе, обедаем или ужинаем. Eating everybody else's food. И едим чужую еду, которую кто-то приготовил для нас. And the guests leave with samples. И каждый уходит с какими-то пробниками. Some leave with distributor kits. Кто-то, может быть, да, вот с какими-то наборами дистрибьюторов. Some buy products. Кто-то даже продукты уже сразу покупает. And all they do is chat about the products and the business, you know, while they're eating food and visiting with people. И все, что они делают, да, это вот обсуждают продукты. Но мы это преподносим не как деловую встречу, а как совместный ужин, совместный обед. То есть мы все кушаем в первую очередь, а во вторую очередь только обсуждаем бизнес. The yellows love it. Желтым это безумно понравится. How do the blues feel about this? А как синие к этому отнесутся? Woo-hoo, people to talk to. Вау, люди, мы с ними можно разговаривать. How do the reds feel about this? Как красным это понравится? They hate it. Они это, им это возненавидят. Who gives the compensation plan? А кто же будет компенсировать затраты? How can we close these people without an official presentation? Как же мы можем всех этих людей подписать, если мы им даже презентации никакой не сделали? Reds don't like doing this. Красным это совсем не понравится. How do the greens feel about this? А как зеленые к этому отнесутся? They hate it because there's people there. Им это тоже не понравится, там ведь будут люди. But the yellows and blues love it. Но желтым и синим это очень понравится. Let's talk about the blues. Поэтому давайте к синим вернемся. What motivates them? Что их мотивирует? From the moment your company announces a convention, как только ваша компания объявляет о каком-либо событии, or a big meeting, о какой-то крупной встрече, the blues are instantly excited. Синие моментально заряжаются энергией. And the farther away it is, the better. И чем дальше эта встреча будет, тем лучше. When a company says there's a meeting in Moscow, когда компания, например, сообщает, что следующее событие будет в Москве, and the blue person lives in Novosibirsk, и синий живет в Новосибирске, they go, oh, this is great. О, это замечательно. We gotta get a ticket now. Нужно срочно зарезервировать билет. Let's sponsor more people. И как можно больше людей, как для можно больших людей стать спонсорами. And we'll get a whole airplane and fill it up with distributors. И мы весь самолет наполним только дистрибьюторами. And we'll sing karaoke on the plane on the way over to the convention. Мы в самолете будем петь караоке. We'll stay awake during the day and at the convention. Мы вообще не будем спать. We'll party all night. Мы будем веселиться и тусоваться всю ночь. If there's any meeting or activity, the blues are motivated. Если есть хоть минимальная доза активности, синие уже заряжаются энергией и мотивируются. What about the reds? Как насчет красных? They're motivated by competition. Они мотивируются только соревнованиями. And money. Деньгами. And recognition. И признанием. So if there's extra bonuses to earn or getting to a new rank to earn more money, they're excited. То есть если есть какие-то новые бонусы, есть какие-то новые звания или есть какие-то новые призы, красные с вами. They want to be at the highest rank all the time. Они хотят быть на самой верхней позиции в любое время дня и ночи. And this is interesting how the reds look at the world. Это ведь очень интересно. Посмотрите, как красные смотрят на мир. Have you ever seen a picture of a husband, wife, two children and a dog in front of a big house and big car? Когда-нибудь вы видели такую фотографию? Муж, жена, двое детей, собака, и они рядом справа где-нибудь большая красивая машина, и позади их большой красивый коттедж. So let's say this is on the front of your company magazine or newsletter. Может быть, это было когда-либо на обложке вашего журнала, вашей компании. The reds look at that picture and here's what they think. Красные посмотрят на эту фотографию, вот что они скажут. I wonder how much money they make. Интересно, как же много они зарабатывают? I bet I could make more. Я знаю, что я могу больше. I bet I could get a bigger house. Я знаю, что мой дом может быть больше. I could be a bigger. Я могу быть крупнее в этом бизнесе. That picture is for the reds. Эта фотография для красных. It doesn't motivate the yellows. Она желтых совсем не мотивирует.
The yellow person looks at that picture and says this. Желтый посмотрит на эту фотографию, вот что он скажет. Oh, look how she's done her hair. Ой, посмотрите на волосы жены. The blue person looks at that picture and says this. Синий посмотрит и скажет следующее. They're not having any fun. They're at home. У них же нет ничего веселого, они ж дома. The green person looks at that picture and says this. Зеленый посмотрит на эту фотографию и скажет следующее. My Lada doesn't use near as much gas as that big car. Ой, моя Лада, да, Жигули, не так много бензина потребляет, как эта машина. But it's only for the reds. Но это только для красных. То есть эта фотография мотивирует только красных. Now you want to motivate reds because these are the people that are going to make you the most money. А вам действительно нужно мотивировать красных, потому что они сделают вашу команду самой прибыльной. But I'll share a little secret with you. Вот вам маленький секрет. Who are all the reds here? Красные, еще раз поднимите руки. That means the rest of the people here are not red. Это означает, что все оставшиеся не красные. So if you are not red, поэтому если вы не относитесь к данному типу, would you like to know a secret? Хотели бы вы узнать маленький секрет? How you can motivate reds to do anything you want. Как вы можете мотивировать вот этих вот красных, которые сидят рядом с вами, чтобы они сделали все, что вы хотите? Now I'll share the secret. Я поделюсь с вами этим секретом. The reds hate it when I tell you the secret. Красные возненавидят, что я вам рассказал это. But the reds here will use it on other reds that don't know about it. Но красные это могут использовать на тех красных, которые не знают этого секрета. So here's a little three-step formula. Так, вот вам краткая формула, состоящая из трех маленьких шажочков. So you can motivate reds to do whatever you want. И красные будут как миленькие выполнять все, чего бы вы ни пожелали. Step number one. Шаг номер один. Give the red a compliment. Скажите красному комплимент. Now, when you give a red a compliment, here's what happens. А когда вы говорите ему какой бы то ни было комплимент, вот что происходит. The red thinks this. Красный вот о чем задумывается. I deserve it. Я этого заслуживаю. Step two. Второй шаг. Give the reds another compliment. Скажите красному еще один комплимент. Now the reds are thinking you're a genius. Теперь красный подумает, что вы гений. You recognize my greatness. Вы наконец признали его величие. Step three. И третий шаг заключительный. Give the reds a challenge. Дайте красному какую-то задачу для соревнования. Tell them something that is going to be difficult for them to do. Дайте ему какое-то такое задание, да, вот, которое будет ему очень сложно выполнить. So does everybody have it? То есть все поняли? Все запомнили все три шага? Let me give you an example. Вот сейчас я вам приведу краткий пример. You have a red leader on your team. У вас наверняка есть красный лидер в вашей команде. You turn to them and say this. Вы к нему обращаетесь и говорите следующее. You're the hardest working person on my team. Ты тот, кто работает больше всех в моей команде. That was a compliment. Это был комплимент. And then you say, and you know more people in Moscow than anybody I know. И следующее, что вы ему говорите, это то, что ты знаешь в Москве больше народу, чем кто бы то ни было в моей команде. That was another compliment. Это был комплимент номер два. And then you say this. И вот вы говорите ему следующее. But last week, Anna brought three new people to the opportunity meeting. Но на прошлой неделе Анна, например, привела три новых человека на нашу встречу. And I don't think you could ever bring quite that many. Ой, а мне кажется, что ты никогда не сможешь так много новых людей за один раз привести. And what are the reds thinking? И о чем же подумает красный? I'll bring four, five, six. Я приведу четверых, пятерых, шестерых. Anna is a yellow loser. Анна — желтая неудачница. Or you could do this. Oh, wow, у вас это получается. You could say,
You are the best presenter on my team. Вы еще можете вот так сказать: ты самый лучший презентер, то есть у тебя самые лучшие презентации в моей команде. And when you do presentations, almost everybody gets excited and joins. Когда ты выступаешь, все просто заряжаются твоей энергией, все слушают и все вступают в наши числа. But last month, Anna set a new company record. Но в прошлом месяце Анна подписала новый контракт. By personally sponsoring 8 new distributors. Целых 8 новых дистрибьюторов. And I'm not sure you could ever break her record. А мне кажется, ты никогда не сможешь вот так вот, как Анна, такую же проделать работу. The red is grinding their teeth. То есть он сразу начинает скрипеть зубами. Вы понимаете, да? То есть побить рекорд Анны становится его высшей целью. I want that record. Я хочу побить этот рекорд. I'll make him forget that loser Anna. Они забудут эту неудачницу Анну наконец. I'll do 12 or 15. У меня будет 12-15 дистрибьюторов. And you can do this to reds over and over again. И вы можете поступать так с красными постоянно. It's like a giant red button on their forehead. Это вот такое ощущение, что у них такая большая красная кнопка на лбу. That you can push any time you want. На которую вы можете нажимать так часто, как вы только захотите. And the Reds have no defense. Они вам не смогут никогда отказать и защититься от нажатия этой кнопки вами. They know that you are doing it to them, but there's nothing they can do about it. Они знают, что вы так с ними поступаете, но они никак не смогут вам противостоять. And pushing this red button on Red's forehead. Нажимая вот эту красную кнопку на лбу красного человека. Is what us green people do for entertainment. Это нас зеленых очень сильно веселит. So, let's do a quick practice. Так, а сейчас последняя маленькая практика для вас, упражненица. Turn to the person next to you. Поворачивайтесь к вашему партнеру. Pretend they are red. Представьте, что он красный. Give him two compliments and a challenge. Let's begin. Говорите ему два комплимента и какую-то невыполнимую задачу. Начинаем. Can't motivate the greens. Thank you very much. И что я вам могу сказать? То, что зеленых никак нельзя мотивировать. Спасибо.